В номинации «Альбом года» представлены «Опиум» Агата Кристи, фирма «Экстрафон». Давай вечером с тобой встретимся, будем опиум курить. «Дорога в облака», группа «Браво», фирма «General Records», продюсер Ким Брейдбург. На земле лететь к солнцу в снегах. «Скажи солнцу да», Филипп Киркоров, фирма «Полиграм Россия». Вечно жить, повторяй, я люблю днем и ночью. «Сера» Валерий Меладзе, фирма «Союз», продюсер Евгений Фридленд. «Не делайте мне больно, господа», Алла Пугачева, фирма «Союз», продюсер Филипп Киркоров. Для того, чтобы вскрыть долгожданный конверт, мы хотели бы пригласить на эту сцену звезду театра Константин Райкин. Каждый, кто сюда выходит, считает своим долгом сказать, как он волнуется. Им стало штампом, банальностью. Я, вот клянусь, вот чтобы как бы абсолютно владею собой, то есть никакого волнения, просто настолько, так сказать, спокойно, нормально себя, профессионально чувствую, то есть надо, чтобы... Константин, надо посидеть. Обязательно посидеть на конверте, это плохая примета. Хорошо, я сяду. Надеюсь, в нем ничего не изменилось от этого. Так что абсолютно контролируя ситуацию, вскрываю конверт. Твердыми руками. Плохо вижу от спокойствия. «Не делайте мне больно, господа!» Студия «Союз», продюсер Филипп Киркоров, певица Алла Пугачева. На сцену приглашается Алла Борисовна и Филипп Киркоров. Господа, я ветрено силой, я слаба. Хотела я отвлечься за крутым столом, но на душе тревога, в горле ком. Пустите мука. Не ожидала, честно скажу. Я думала, как легенду пригласили посидеть, протащиться. Я абсолютно была уверена, что, все же лучшие, что там говорить. Очень объективно все. Я прям заплачу сейчас от счастья. И ведь действительно «Не делайте мне больно», очень хорошие. Да, последний. Я, в свою очередь, хотел бы поблагодарить за оказанную честь Академии, которая предоставила, наградила этот альбом. Я впервые себя почувствовал продюсером. Став мужем. И могу гордиться тем, что могу быть продюсером великой Аллы Пугачевой. И хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто приложил усилия, силы, любовь к выходу этого альбома. Студии «Союз» и студии грамзаписи в Твери. Спасибо, ребята, вам большое. Спасибо всем. В номинации «Лучшая вокалистка» представлены Лайма Вайкуле. Зачем вы меня забыли? Зачем вам меня не жаль? Я вышла на Пикадилли. Валерия. Опять суббота, 00 часов, 00 минут, 00 секунд. Анжелика Варум. Что настало не впереди, печальных глаз не отводи. Танцуем мы последний раз, моей любви осенний день.
Лариса Долина. Жить тебе желаю наугад. Не надо, милый мой, не надо. Алла Пугачева. Душа скорбит и молится у бездны на краю. Ну а сейчас я приглашаю на сцену мэра города Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Юрий Михайлович, в ваших руках судьба наших женщин. Это свои, это свои. Можно и так. Вот так лучше. Добрый вам вечер, уважаемые дамы и товарищи. Сегодня мы подводим итоги прекрасного конкурса. Звезда. Первый конкурс. Это первые звезды получают лауреаты. Звезда – это то, что недосягаемо. Звезда – это то, что нам ярко светит, осеняя тех, в первую очередь, кто получает награды. И я думаю, что сегодня мне повезло объявлять в номинации женских ролей имя победительницы. Тем более, что звезда и женщина – это прекрасно. А когда женщина – это и не только холодный свет со сцены, это еще и то тепло, которое всех нас очаровывает, восхищает, мобилизует и заставляет, Алла Борисовна. По-моему, он все знает. Юрий Михайлович, вы все знаете, по-моему. Я хочу сейчас посмотреть, что покажет нам вскрытие. Побольше. Когда речь идет о женщине, я могу вам сказать, что сам справлюсь. Понял, Юрий Михайлович. Выиграющий тренер. О небо! Алла Пугачева! Мэри, никому теперь не верит Мэри. Мэри, горько плачет Мэри. А также и небо, как сказал Юрий Михайлович, лучшая вокалистка года Алла Пугачева. Ну, понимаете, я должна уйти хотя бы года на два. Вы понимаете? Но я вернусь. Я вернусь. Чего? Поэтому я и попросил вас остаться здесь на сцене. Вот, пожалуйста, песня года. В номинации «Песня года» представлены «Узелки» Алена Апина, музыка Сергея Коржукова, слова Михаила Танича. А любовь, она и только то, что кажется. «Гранитный камушек», группа «Божья коровка», музыка и слова Владимира Валенко, по мотивам народной песни. У него гранитный камушек в груди. «Валерия», «Самолет», музыка Александра Шульгина, слова Александра Шульгина и Андрея Зуева. Легко меня уносит
Вера – Валерий Меладзе. Музыка и слова – Константина Меладзе. Были твои губы сладкими, как вино. 7000 над землей. Сюткин и компания. Музыка Валерия Сюткина, слова Валерия Сюткина и Сергея Патрушева. Обрывки сна. Глазишь, тихо. Мне самой так нравится эта песня «7000». Ой. Ну уже. Yes! 7000 метров над землей! Композитор Валерий Сюткин, слова. Валерий Сюткин и Сергей Патрушев. На сцену приглашаются Валерий Сюткин и Сергей Патрушев. Кисна. За окном. А вот он белый лежит, и зашла чья, а над ним